Поговорка, где родился, там и пригодился. Да, по профессии своей я выезжаю за границу и бываю очень долгое время за границей. Получается, что я там живу. Ну верно же, сегодня я живу в Рыбинске, завтра в другом городе, послезавтра в другом. С Германией кое-что меня связывает. Да, я отвечу на этот вопрос и, возможно, немножко расскажу, точнее, проясню ситуацию, потому что все, что пишет желтая пресса, это желтая пресса. Но никто не спрашивает у меня, а правда ли, а почему. Просто так сложилась моя жизнь, что выезжая туда на работу, я познакомился там со своей супругой. Она русская. Зовут ее Светлана. Она мне родила двоих детей.